Здарова, друзья, с вами Влад Капуста. Наконец-то у нас появилось новое событие героев, которое мы ожидали уже примерно так 2-3 недели. Есть спор с просрочили, но я надеюсь на то, что они это сделали не зря. Прежде чем я буду начинать, сегодня я даю каждому из вас возможность забрать у меня в телеграм-канале абонемент звездный быстрые матчи противостояния. Чтобы вы сумели принять участие, просто ставьте лайк под этим видосом. Напишите в комментариях, какой абонемент вам нужнее всего, звездный либо английской премьер-лиги, и я смогу одному из вас разыграть звездный абонемент. Только обязательно подписывайтесь на мой YouTube-канал, открывайте ваши подписки на YouTube, и подписка на мой телеграм-канал тоже важна, потому что я буду проверять совместно с вами, выполнили ли вы все условия, чтобы бесплатно от меня получить данные абонементы и ништяки, которые здесь находятся. Поэтому ни в коем случае не пропускайте свою возможность и получайте всегда от меня все самое наилучшее. Совершенно бесплатно за ваш лайк, за вашу подписку и за ваш комментарий. И также, если вы испытываете проблемы с покупкой FIFA поинтсов, звездного абонемента, то через меня и мой телеграм-бот вы можете все сделать официальным путем и без каких-либо блокировок. Цены приемлемы, намного дешевле на FIFA поинтсы, чем у вас в игре, вы можете покупать, сделаем все официально и без каких-либо блокировок. Это не покупка через Китай, где вас могут заблокировать спустя квартал, там 2-3 месяца. Ну и также через бота у меня в телеграм-канале вы можете купить абонемент звездный, а также абонемент английской премьер-лиги и все абонементы последующие, которые у нас будут появляться в игре, ну и также полностью путь всего данного абонемента. Так что обращайтесь. Если что, ссылочка на моего бота находится в описании, оформляйте заказ. Если что, можете обращаться ко мне, там вам помогу. Заходим в события героев, и нас ожидает сразу же испытание героев. Оно обновляться у нас будет каждые 7 дней. Вам нужно на протяжении 3 недель заходить в данный раздел и проходить все испытания. Если вы будете проходить все испытания, вам будет бесплатно даваться очки, с помощью которых спустя 3 недели вы сумеете забрать на ваше усмотрение совершенно бесплатно 100 рейтинга героям. Поэтому делайте это как можно скорее, проходите испытания, либо вы можете через меня купить акционное предложение 3000 FIFA поинтсов и через меня приобрести данное спецпредложение раньше, чем все остальные. Ну и плюс самое главное, я вам хочу еще данное спецпредложение разыграть. Сначала вам сегодня разыграю звездный абонемент у себя в телеграм-канале, а потом уже завтра, либо послезавтра разыграю вам 3000 поинтсов, чтобы вы смогли себе позволить один, а возможно 2-3 игрока, которые у меня будут побеждать, они сумеют получить бесплатно от меня ключи героев. Так что, ребята, участвуйте в конкурсе, получайте самое лучшее от меня всегда. Также здесь вы сумеете получить для себя сборщик героев, базовый герой от одной штучки, и здесь стоимость 200 жетончиков за одного героя, либо 2000 поинтсов. Но 2000 поинтсов закидывать сюда — это очень дорого, я не знаю, кто вообще соизволит это делать. Мне кажется, это супер много. Поэтому лучше фармить жетончики, как только вы нафармите себе кучу жетонов, и тогда уже только будете тратить свои жетоны. Ну и 89 игроки на самом деле не вам. Возможно, в квестах каких-то пригодятся, но пока что от них толку никого нету. И также форма героев. Я помню, в китайской, в корейской версии играл в данное событие, там была та же самая форма, я ее тестировал на игроках, скажу так себе. Она на самом деле не особо перспективно выглядит, я не думаю, то, что вы будете в каком-то там ажуре, если вдруг получите данную форму. Ну такое, ну нормально получить, чисто так разнообразить себе картинку, чтобы ваши глаза немножко побаловались, а так в основном нету смысла вообще никого. И этап номер 2, здесь вы получаете красивые логотипчики, аватарки, можно так сказать. Да, вот это вот интересная тема, если бы здесь еще анимация была. Выиграйте 45 игр, развитие навыков или матчей пути героев, и только тогда вы сумеете получить 2 красивых логотипа, это подбодрить и герои. А, кстати, да, возможные модзи, вот это вот открывается в компании пути героев, это возможные модзи будут, а это аватарка, ну есть такие шансы. Предпосылки у меня, да, это логотип. А это походу эмодзи. Да, ну круто, если так вот, то вообще идеально. Красота, если так сделали яшники. Так, мы заходим совместно с вами в раздел путь. И здесь. Откройте новый путь героя, получите ключи героя. В каждом пути героя представлен уникальный выбор испытаний, условий, посвященных избранному герою. Чтобы одну из этих глав открыть, нужно потратить FIFA поинтсы. Поэтому я для каждого из вас закину в конце ролика нарезку со всех этих глав, чтобы вы смогли зайти, проверить, какие характеристики у данных героев, и для себя решить, какого героя вам больше всего нужно будет забрать спустя 3 недели. А мы прямо сейчас давайте проверим, чтобы я не ошибся. Мне нужен ЛВшник. Здесь у нас представлена ролика.
ровно 3 героя. Каждые 6 недель у нас данная глава будет обновляться, и здесь будут доступны новые герои. Есть шансы, то, что, например, сейчас рейтинги у данных героев сотые, а спустя 6 недель 101, 102, 103 и так далее будут идти на повышение. Я просто не поверю, то, что максимум сотый будет. Я уверен, то, что eSports будет вам постоянно повышать ОВР данных игроков, и в конечном итоге вы будете получать максимально офигенных героев за 3 недели вашего упорного задротства на протяжении 20 минут. Я не знаю, сколько вам потребуется времени, чтобы вы прошли первое испытание, да и все. 3 недели прошли испытания, бесплатно получаете каждые 6 недель себе героя. Ну, сначала через 3 вы получаете недели, потом еще 3 проходят, и потом уже снова еще 3 недели у нас отчет идет, и тогда забираете уже себе героя. Это максимально крутое событие, я не буду время тратить, поэтому прямо сейчас я потрачу 3000 поинтсов. Путь героя мы открываем, посмотрим, что здесь дается нам. Ну, ключ. Напоминаю, друзья, через меня, через моего бота можно приобрести ключ пути героев. Если что, обращаемся, все сделаем в самом лучшем виде. И также у себя в телеграм-канале я сброшу весь список героев, которые у нас будут обновляться, и примерно какие рейтинги будут, поэтому заходите туда, вам обязательно понравится мой телеграм-канал. Ключ героя мы получили. Далее нажимаем, продолжить главу нажимаем и посмотрим, можем ли мы его сразу забрать. До открытия обмена тренеру необходимо завершить все сюжеты главы. Так, они хотят, чтобы я еще ерундой позанимался тут или что? Из спорта нельзя было как-то это все намного полегче сделать? Нет. Хотя, чтобы я позадротил. Ну, давайте я буду прямо сейчас проходить. ЛВшник. Где бы он играл, в МЛС, премьер-лига или на международной арене, Демпси всегда полностью выкладывался на поле и часто уходил с ним с забитыми мячами, являющийся одним из двух лучших бомбардиров в истории сборной США. Демпси после возвращения в Сиэтл забил 115 голов в 47 матчах чемпионата. Ох, это конечно круто. Поэтому мы сейчас будем проходить, и после этого я покажу вам, как я сумел преодолеть данное испытание. Наконец-то я прошел эти испытания. Час с чем-то я проходил. Я подустал последний матч проходить. Не знаю, как вы, но у меня сложновато все прошло. Возможно, вы там киберспортсмены, вы там за доли секунды все прошли. У вас там не было никаких проблем, но напряжный последний матч. Я это все сумел преодолеть, сейчас вам покажу квесты, что и как нужно делать, плюс-минус там MLS составчики собирать, ну и короче, даже не MLS составчики, 4 игрока из MLS, если не ошибаюсь, из премьер-лиги 3 должно быть, из США тоже у вас 2 игроков должно быть, либо 3, точно уже не помню. 3 игроков из США, так что, если что, заранее подготовьтесь к этому всему делу, и вы сумеете тоже получить все эти награды достойнейшие. Я думаю, то, что вы напрягаться максимум будете вот здесь, вот в этом матче, я не знаю... Быстро ли вы его пройдете, долго ли вы будете его проходить. Но я прошел, ну, долго проходил, честно. Раз 5 сыграл, чтобы победить в этом матче. Сложновато было, но я сумел это сделать. Поэтому прямо сейчас мы забираем перейти к обмену. Что? 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 Я проходил эту хер для того, чтобы в конечном итоге еще и обмен сделать. Я еще 3000 поинтов ради этого тратил. Да что за херь такая? Ну, конечно, у меня-то есть возможность это все сделать, но как-то тупо вроде бы. Блин, еще и Криштиану Роналду карточки закидывает, да ну нахер. Криштиану это у меня мой любимый игрок, используется в других условиях. Блин. Ну, жопу, конечно, еще да, ладно, Криштиану придется давать. Я, конечно, не особо хотел вам так скажу. О, игрок из США с общим рейтингом 80+, и герой с общим рейтингом 85, еще надо сюда закинуть? Ради сотого рейтинга? Да нахер он мне надо? Ты чё? Кто, скотина, это придумал эти условия? Я, блин, я бы этим яшникам лещи надавал. Я вот думал, уже сейчас заберу игрока, вам покажу, что и как. Я не знаю, сейчас вот у меня желание одно. За 3000 поинтов, которые я потратил, дать таких ярких лещей eSports, чтобы они сейчас охерели от этого. Это что за развод такое? Да мне нужно купить еще героев. Мне интересно, как я их куплю. Так, давайте откроем хотя бы один набор. Там у меня хватает на один набор, если не ошибаюсь. Ну такой, конечно, и герой эти не самый лучший варик пока что на данном этапе. 350, ну 200 жетончиков я трачу.
СФДшник, тихий выпал. А, не дешевый, кстати. Может быть, сейчас на рынке постараюсь закупить их. Но вообще, если честно, очень как-то прискорбно. Так, давайте проверим. Они вообще есть на рынке? Нету на рынке? Поиск. Пушка шакарточа 98 лямов монет стоит. Было 400 лямов. Я не знаю, о чем сказать. Это просто дичка, это нереальная. Еще я так лоханулся, когда взял карточку ламы за 277 лямов монет. А сейчас сколько он стоит? 100 где-то. Я в таком минусе жестком, просто не представить вам. Давайте проверим, здесь подойдет, не подойдет данная карточка. Если еще не подойдет, я еще буду больше офигевший сейчас. Так, путь. Хотя, конечно, на самом деле можно дешево это все собрать, но все же, когда ну, не хотелось это собирать. Думаю, зачем мне этим заниматься? Так, мы... А, здесь... Здесь 5 игроков надо. Офигеть, просто 5 игроков хотят. Ох. Так, давайте мы еще 4 карточки выкупим. Раз, два, три, 4. Да, чтобы забрать карточку Дэмси, надо так подзапариться, я вам так скажу. При том, что я этого делать не хотел. Я не хотел напрягаться, я не хотел этой ерундой заниматься. Так, мы здесь выбираем программу. Где тут у нас? Пути героев. Но пока что очень все плохо, я недоволен, я максимально недоволен. Лигу мы убираем. 359 мы пишем. Так, мне надо 8 штук купить. 6 мы покупаем. И давай тебя еще 2. А, блин, мог его купить. Еще нет, невыгодно сделал себя. Так. Очень всех, даже ламы забираю. Я не знаю, я просто в дичайшем на самом деле в шоке сижу сейчас. Так, мы его тоже купили. Теперь мне нужно купить еще. Игрок США 80+. И покупаем. Ай, все его хотят купить. Я так понял, все такие же ребята, как я. А вот. А, так можно его купить. 4 вроде бы надо, но сейчас проверим. 4. Да. Конечно, на данном этапе я максимально недоволен, то, что ESPort сделали такие условия. Придется еще карточку Криштиану Роналду закидывать. Я так не хотел этого делать. Так, ну вроде бы сейчас мы сумеем преодолеть данное испытание, ну то есть обмен сделать. Я не догнал просто прикол, типа ты тратишь 3000 поинтов раньше всех, да, типа у тебя есть возможность типа зайти в данную главу, но... А толку тогда? Толку? Так. Да, все выполнено. Так. Здесь вроде бы дорогих игроков особо нету. Хотя, может быть, Бэком. Ну ладно, фиг с ним на самом деле уже. Я даже не парюсь. И когда я отдаю Криштиану Роналду, мне все равно на остальное уже. Давайте его закинуть, что мне это? Так, а может быть, вместо Криштиану куда-то другого можно? Так. Блин, ладно, ладно. Придется вот так вот делать. Пробую все четко. Ну хорошо, давайте сделаем быстрое добавление, обмен нажимаем. Открыть. Я надеюсь на то, что я не зря сделал данный обмен. Сотого рейтинга игрока я забрал. 1,85 м ростом. Эх, это испытание я сумел преодолеть. Я теперь не знаю, что мне делать с его карточкой, продавать ли мне его. Сделать текущим нажимаем. Данный состав мы удаляем. Ну его нафиг, я не хочу больше таким составом играть. Мне не понравилось. Так, мы на ОВ ставим. Так, лигу убираем. И вот давайте вот хотя бы сравнение. Так. Честно? Я не особо хочу его ставить. Я бы больше Винисиуса даже оставил. Не знаю, сейчас проверим. Может быть, я его продам. А сколько ты стоишь сейчас? 47 лямов? Ё-моё. Так, я думаю, вообще его продам, нахрен он надо. Давайте я тест сделаю состава. Стоимость моего состава сейчас вообще такая мизерная, что прям пипец. 795 миллионов монет. Было 2 миллиарда. Друзья, я вам напоминаю то, что я вам разыграю звездный абонемент.
либо 3000 поинтов, но честно, я бы на вашем месте с такими-то приколами выбрал бы лучше звездный абонемент через меня, да и кайфануть лучше от абонемента, потому что, ну, за 3000 поинтов раньше все открывай, конечно, если у вас есть игроки для обмена, тогда стоит. А в других вариантах, думаю, то, что нет. Постараемся сейчас найти хотя бы одного соперника, сыграть разочек, показать, на что будет способен новый ЛВшник, которого мы получили. У нашего соперника рейтинг повыше и огромная вероятность, что я проиграю в данном матче. Хотя нет, нормально, нормально, забили здесь, забили. Так, Замброта, Замброта, Демпси, давай, по-братски, нет, ну поборолся, но не смог забить. Такс, давай, 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 давай. Опа, оплепуха такая у него нереально крутая, кстати. Горенчий, а ну-ка пас на ход. И здесь, изично, изично. Если я сумею еще победить. А что у него за второй финт? А, Радуга, я забыл проверить, кстати. Я даже характеристики его не посмотрел, если не ошибаюсь. Или я забыл уже об этом. Так, здесь плохой момент, надо выбивать мяч, я не смогу симулятора там забить. Так, Демпси. Опа, опа, опа. Блин, кстати, хороший игрок вроде бы. Не знаю, что делать. Так, давай, 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 Пушкаш. О, Пушкаш обожаю. Это нереально крутая карточка, которая у вас обязана находиться в вашем составе. Ой. И вот так вот. Блях, отличнейший нападающий, ребят. Если у вас, ну, финансы позволяют взять Пушкаша, на данном этапе он очень дешевый, забирайте его. Вы так кайфанете от такой карточки. Вы просто будете, я не знаю, властелин этой игры, если у вас будет карточка Пушкаша в составе. Ой, блин, я неправильно сделал. Хотя еще и забил. Бляха, у моего соперника рейтинг на 2 выше, чем у меня. Если он проиграет сейчас, ну это будет так смешно, если честно. Алекс, еще ты в топ-10 находишься? Ну что-то прям странно максимально. Блин, кстати, мне Демпси карточка очень даже понравилась. Мы победили нашего соперника со счетом 10-8. Я вам так скажу, ну, нормально бы так еще дали бой. Такой неплохой. По поводу карточки Демпси, ну, неплохая. Че еще сказать, прям реально неплохая карточка. Давайте проверим, за сколько его могу реально сейчас слить. Чемпион. Награду я получил, хорошо. Соперник на поле, задача у нас выполнена. Так, а давайте вот самое основное, я же проверю. Сколько ты стоишь на рынке? Возвращаем обратно Винисиуса. Хотя мне Винисиус, ну, понравилась карточка, неплохая. Так, мы сейчас переходим на рынок. Но если 200 лямов стоит, то, может быть, я его сейчас продам, мне пригодится. Так. Если он 200 лямов стоит, то, возможно, я его реально продам и буду в ажуре. 204, но многие ребята уже его хотят продать. Заявку я разместил. Мне кажется, то, что когда я проснусь, он будет стоить 0 лямов 100, где-то так. По поводу новенького события, что вам сказать? Ну, неплохо, но, блин. С учетом того, что сейчас премиальный кумир очень дешевый, я даже не знаю, о чем говорить. Видите, карточка 63 ляма стоит. Гринча 69, Пушка же 98. Лэмпорда 41, Заброты 39. Ну, конечно, с рынком у нас явно беда. С Ламом я просто в лютом минусе. Я не знаю, о чем говорить, но в таком минусе диком я давно не был. Очень все плохо, очень все плохо. Прям реально все очень плохо. Давайте постараемся мы его продать, Хендерсона. Получится, не получится, не знаю. За 8 миллионов 360 его сейчас уже хотят купить. Ну, продаем, что делать. 8 лямов мне пригодятся. Я думал, 2 миллиарда смогу сделать. Да, конечно, размечтался я. Ну, такие вот дела, ребят. Чем сказать еще? Надеюсь, вам данный выпуск понравился. Сейчас давайте характеристики уже проверим его. Что да как тут. Ну, достаточно неплохие характеристики. 215 я хочу за него. Али, меньше хочу. Так, вполне достойный, кстати. Написано по характеристикам то, что получше, чем Винисиус, хотя не могу сказать. Мне тоже понравилась вроде бы его игра, но больше хотелось бы монеток за его карточку получить, потому что слишком много усилий было. Я хотел бы, чтобы эти усилия прошли не зря. Не знаю, 200 лямов сейчас, это, ну, такая нереально высокая стоимость, мне кажется. Не знаю, что говорить, я пока, честно, в недоумении. От того, что вот так все резко поменялось, Пушкаша карточка стоила 400 чем-то, 198. Дебрюна карточка 68 стоит, когда покупал за 200 чем-то. Ну, его, конечно, забирал, но все же 68 лямов, когда стоит такая карточка, это прям реально дикий шок у меня на данном этапе. Не знаю, как поступать, будем стареть.
Друзья, я надеюсь на то, что вам сегодняшний ролик понравился. Участвуйте в конкурсе. Если вам нужна помощь с покупкой звездного абонемента, FIFA поинтсов, 3000 поинтсов, то можно все приобрести через мой магазин. Если что, ссылочка находится в описании. Либо просто-напросто участвуйте в конкурсе. Сегодня у меня в телеграм-канале только для подписчиков моего канала, которые оформили подписку, открыли свои подписки, также подписались на мой телеграм-канал, только они сумеют победить и получить бесплатнейшим образом от меня звездный абонемент. Либо купить можно. Все официально происходит. Ладно, ребята, большое спасибо каждому из вас за просмотр. Всем вам до скорых встреч. Всем вам пока.